письменник – приклад того, як за кілька років можна перетворитися з людини, яка тільки вчиться зводити платівки, в одного з найбільш відомих діджеїв, маючи всього один гучний реліз. Трек «No Fair» отримав підтримку від багатьох всесвітньо відомих діджеїв своїх радіошоу. І завдяки цьому зазвучав в різних куточках світу. Вдохновение мне дают те люди непосредственно, которым интересно то, чем я занимаюсь. Я нахожу в основном вдохновение в их отзывах. Также же, если смотреть на второй пункт, то, конечно, это внешняя красота, которая меня окружает. То есть я очень много путешествую, и меня действительно впечатляет и вдохновляют вот эти все города, страны, которые я посещаю. Что помогает тебе держать себя в тонусе? Опять-таки те же люди. Ты можешь приехать, не спав. Вот как сегодня я спала 4 часа, потому что у меня ночью было тоже мероприятие в Киеве. Но как-то, когда вот ты едешь и знаешь, что есть хотя бы какая-то конкретная публика, которая тебя ждет, ну, ты сам по себе как-то и не думаешь о том, что ты не доспал или еще что-то. Ты настроен исключительно приехать к этим людям, увидеть, ощутить и забрать эти эмоции с собой. Вот, то есть, возможно, вот кофе, да, стоит. Это когда уже такой вот совсем предел, и ты понимаешь, что ты заспаешь. Да, кофе возможно. Ну, а так, это исключительно вот та же энергетика и те же люди, которые опять-таки проявляют интерес к моему творчеству. Секрет успіху простий. Створення радіошоу Mind Games, в якому можна почути та насолодитися великою кількістю композицій, офіційний реліз яких заплановано набагато пізніше виходу радіошоу. А також неповторний фриковий образ, за допомогою якого її навряд чи сплутаєш з кимось іншим. Ти був дуже класний, колір волосся. Спасибо. Скажи, чи взагалі часто змінюєш його і чому вибрала такий стиль? Честно, еще года 3 назад очень часто меняла. Я все время добавляла какие-то синие, розовые, желтый не взялся у меня цвет, к сожалению. И сейчас вот как последний год я уже как-то остановилась. И вот, ну вот почему-то мне нравится зеленый. Я вот чувствую себя комфортно в этом цвете. Год назад я попробовала покраситься в черный. Я вообще не понимала, на каком свете я нахожусь. Мне срочно нужно было зеленый. Я пошла, вернула зеленый. И с того вот момента я больше не экспериментирую. То есть у меня зеленый вот как-то так и пошло. И в стиле вот, ну, как с цветом волос, да, я как-то экспериментировала, смотрела, пробовала. И вот остановилась на этом. Вот мне так хорошо, мне так комфортно. Перший творчий рік за результатами голосування на той час найавторитетнішого музичного порталу України Top DJ, Міс Монік потрапляє в сотню найкращих діджеїв країни і не залишає її по цей день. Я приїхала в аеропорт в Києві для того, щоб летіти в Мексику, і мене не пустили, тому що у мене не було шенгена. Оказується, мені взяли білети з коридором там в два проходи з шенгеном, а цього не можна, якщо у тебе немає шенген-візи. І, в общем, все почалося вот з Києва, що я второй раз уже летіла. Потім, коли я прилетіла, у мене там було після суток перельоту вот этих всех, у мене там було 3 часа доспатися, понятно, я ніхто не спав, ми сразу на вечеринку, потому что з гостиницы до места проведения мероприятия нам нужно было ехать. Мне сказали час, а мы ехали 3,5 часа. И когда мы приехали, это было 5 утра, ну как бы все равно я стала, отыграла. И в 6 утра я выхожу найти своих организаторов, соответственно, чтобы они меня отвезли в гостиницу. А мне говорят, они улетели из Мексики. То есть не только из Мехико, они улетели из Мексики. И мне это сказали на каком-то ломаном Google Translator, даже не сказали, а показали. И, короче, я не знаю, как я среагировала, у меня не было ни денег с собой, ни паспорта. Ну, такое впервые было, что я не взяла. У меня единственное, что было, это табличка с названием гостиницы. Но никто не мог помочь, потому что все, ну, как на фестивале, да, все под этим. Звучайно. Да. Вот, и я нашла машину, в которой меня привезли, короче, я засела в нее. Перевела в этом же Google Translator о том, что говорю, я не выйду с этой машины, пока вы меня не отвезете. Короче, я 5 часов сидела посреди пустыни, я обсмотрела все кактусы в округе, всех петухов обсмотрела, короче, всю живность. И с горем пополам, вот там 5 или 4 часа я вот сидела в машине, и потом меня какой-то там поддатый водитель с горем пополам довез до гостиницы. И вот это вот с точки зрения вот такого, у меня было путешествие просто сплошное приключение. Легко ти адаптуєшся в іншій країні,
в іншому місті? Ну, можна сказати, да. В принципі, да, я приїжджаю, у мене нет никакого там состояния, не знаю, вот как многие мне ребята говорят, что там я сплю много или что-то. Нет, я приїжджаю, у меня одна цель, когда я еду, я перед этим читаю о стране, и, соответственно, я хочу максимально больше ее узнать за вот этот короткий промежуток времени, который мне дан в этой стране. Поэтому у меня нет времени даже на акклиматизацию, на какую-то адаптацию, потому что я очень люблю что-то новое, и мне хочется как можно быстрее это изучить, посмотреть, узнать и вынести как можно больше для себя какой-то полезной и интересной информации. З другої половини 2014 року її ім'я стабільно присутні в десятці найкращих діджеїв і найкращих радіошоу в стилях Prodigy House і Tech House. Який в тебе взагалі графік дня? З чого розпочинаєш? Чи рано прокидаєшся? Ні, просипаюсь я всегда по-разному. У меня, может, у нормальных людей, может, 8 утра это утро, да? А у меня может быть утро в 6 вечера. Может быть такое, что день у меня в 3 часа ночи. То есть это всегда по-разному, но как нормальный человек я просыпаюсь. Неважно, это утром, днем, вечером, ночью. Я чищу зубы, я хожу в душ, я выпью кофе или чай там. Покушать я, честно, я могу покушать и через 6 часов после пробуждения. Ну, как бы у меня такое. Я сделала все свои стандартные процедуры, и потом сразу же я залажу в интернет, потому что мне надо все посмотреть, что нового, что старого, всем ответить. Ну, то есть, как-то и иногда забываешь покушать, но... Ну, это видно, наверное. Хотя я очень люблю поесть. Я такой любитель, ценитель, гурман. А як взагалі проводиш свій вільний час від там концертів, ефірів? Подготовка к концертам и эфирам. Ну, так получается, что у меня 80% времени всего это занимает диджеинг. Поэтому остальные 20% я оставляю так на время проведения с моей семьей и поспать иногда там где-то часа 4. Також ти знімаєш влог. Скажи, як прийшла така ідея тобі взагалі? І чи знімаєш все, що бачиш, чи там поїздки? Ну, у мене нет как вибор на тему, да? То есть просто вот з чого даже прийшла ідея, я не помню. Вона прийшла не так давно, полтора місяця назад, але чесно, я не помню. Мені стидно, але я не помню. Вот как-то оно просто надо блог, я попробувала. Чесно, было сложно. Как-то я недооценивала блогеров раньше. Я думала, что ходить и рассказывать что-то в камеру, это на самом деле очень просто. Нет, это не просто. Это очень тяжело, для этого тоже надо работать. Поэтому, ну и мне так повезло, что у меня вот работа, да, связана с путешествиями. И в принципе, вот об этом все. Я снимаю абсолютно все. И потом уже по ходу отбираю какой-то самый такой более интересный материал. Ну, в основном это, да, это о моих поездках. И частично уже я диджеинге, хотя изначально была идея снимать жизнь вне диджеинга, но получилось так, что у меня не бывает жизни просто без диджеинга, поэтому и тут он какую-то часть видео меня в любом случае занимает. Что будешь наступить снимать? Из выпусков блога? Вот Полтаву. Сейчас у меня еще, честно, очень много информации. Я просто физически не успеваю это и монтировать, и все это собирать в кучу. Поэтому сейчас вот у меня выпуск висит еще не опубликован. Это я была в Польше. И вот следующий будет выпуск уже о Полтаве непосредственно. В Полтаве я была очень много раз, но до этого я не снимала как таковые выпуски, блоги не вела. Поэтому это будет вот первый выпуск о Полтаве. Крім шаленої популярності, міс Монік надзвичайно часто грає в нічних клубах та на концертних майданчиках різних куточках планети. З 2013 року кількість виступів перевищило сотню за рік і з часом продовжує зростати. У кожної людини є якась мрія. Скажи, про що мрієш ти? Ну, я більше не мечтатель, я скоріше ставлю перед собою цілі. Як-то от. Я стараюсь жить по принципу, я что-то хочу, и я делаю все для того, чтобы эту цель достигнуть. И мне кажется, это самый вот такой быстрый способ осуществить задуманное, потому что мечтать можно, мечтать. А вот когда ты хочешь, надо сразу брать и делать все, чтобы это получить. Поэтому вот я скорее не мечтатель, а человек, идущий к своим целям. Можливо, декілька слів ти скажеш нашим телеглядачам. Вашим телезрителям я пожелаю хорошего начала дня,
чтобы у вас были в этот день и вообще во все последующие исключительно хорошие эмоции, не зацикливаться никогда на чем-то негативном, потому что это только портит нашу нервную систему, поэтому хорошего вам дня, хорошего настроения и слушайте правильную музыку. Усміхнена, позитивна, сповнена натхнення та енергії міс Монік залишає після спілкування з нею тільки найкращі емоції, заряджає драйвом та дарує частинку свого серця кожному, хто з нею перетинається. Так і наша знімальна команда не залишилася байдужою.